Ребята, всем привет! Я бабушка Шошо. И сейчас у нас будет странная игра. Мы лежим на полу. Забегает какой-то маленький-маленький человек. Осматривает нас. Осматривает комнату. И, о боже, он утаскивает одного участника. Мы очнулись в классе, и нам сообщают, что эта девочка заболела. Странно. Но у нас летние каникулы, и пора бы повеселиться. Говорят, что мой друг знает какое-то крутое место для веселья. Ну что ж, давайте пойдем посмотрим. Меня вот только пугает, почему мы идем веселиться ночью в какой-то лес. Мы зашли в какое-то странное здание. И у нас 8 минут, чтобы из него сбежать. Я впервые в этой игре, поэтому ничего не понятно. Давайте осмотримся. Мой синий друг бегает с каким-то огнетушителем. Так, тут у нас что? Тут требуется какая-то штучка. Ой, какие страшные звуки. Дырка в стене. Компьютер. Тоже что-то сюда надо вставить. Ребята, везде надо что-то найти, куда-то вставить. Очень страшные звуки, темно, и мы всего лишь тут вдвоем. Два ребенка проводят свои каникулы в каком-то страшном месте. Ой, кто это? Вы видели, ребята, там была целая кучка маленьких-маленьких людей. Маленькие-маленькие люди. Они что, тут живут? Итак, мы открыли какую-то дверь. Проходим дальше. Ух ты, это студия, где проявляют фотографии. Но нам, наверное, надо выше. А тут закрыто люком. Нам не открыть. Смотрите, тут точно проявляли фотографии. Ой, эти звуки меня пугают. Как будто тараканы рядом. Как будто тараканы или какие-то насекомые. Так, дверь закрыта. Все закрыто, как открыть, непонятно. А времени осталось всего лишь 7 минут. Справимся или нет? Где этот выход-то? Чем-то напоминает игру про Пигги. Я нашла красную карточку. Но вот куда ее вставить? Теперь надо найти, куда ее вставить. Так, вон какой-то красный замочек. Может быть, сюда? Ура! Ура, ребята! Я открываю эти двери. Так, а тут не открывается. Ну ладно, хоть одну дверь открыла. 6:30 осталось. О, я нашла вот эту желтую лампочку. Предохранитель. Сейчас в коридоре ее вставим. Ох, у нас еще одна участница. Это хорошо. Я что-то большое открыла. Какую-то огромную дверь. Здесь у нас что? Зеленая карточка. Куда ее вставить? В компьютер нет. Нет, компьютер не вставляется. Непонятно, где зеленый замочек, который откроется этой карточкой. Ой, смотрите, это у нас еще один участник или кто-то надел маску. Маску ММ Демса. Так, давайте посмотрим, что у нас вот тут. Такая комната, где все смотрели фильмы какие-то. Диски тут. Так, ребята, компьютеры, что... О! Что это такое? Что за звук? Что-то кто-то дерется, что ли? Что за звуки такие? Ой-ой, страшно, мне страшно. И после этих звуков Лаура исчезла. Ой, смотрите, маленькие человечки. Как-то мне они не внушают доверия. Я почему-то их опасаюсь. Маленьких человечков. Ой, смотрите, вот они тут возле двери стоят. Не знаю, как открыть дверь. Может быть, мы должны им помогать и все открывать? Ой, где-то что-то разбилось. Где-то что-то разбилось. Осталось 5 минут, и я совсем не верю, что нам в этот раз удастся спастись. Но вот что будет, когда 5 минут закончатся? Смотрите, вон они, дети эти маленькие. Маленькие-маленькие человечки. Смотрите, ой, что происходит? Я лучше пойду подальше от них. Что за звук такой страшный? Как будто бы кто-то кого-то бьет. И, о, смотрите, после этих звуков постоянно исчезают участники. А, нет, это не я думаю, синий надел маску, а у нас оказывается еще один участник. Нас теперь трое, это хорошо. Была еще девочка. Ой, опять этот звук, сейчас опять кто-то исчезнет. Я знаете, что подумала? Да, вот смотрите, исчез участник. Я подумала, что может быть эти маленькие люди нападают на нас. Может быть они совсем не дружелюбные? Ой, смотрите, люк открылся. Мы-то привыкли, что все малыши дружелюбные, а эти может быть опасные? Так, куда мне вставить вот эту желтую, ой, желтую, зеленую карточку? Опять эти звуки. Кто на этот раз исчезнет? Ну, ребят, так, вот тут что ли? Да, наконец-то. Мы нашли эту дверь, и тут у нас что, синяя карточка? Да, синяя карточка. Теперь надо отыскать синий ключ. Синий замок, вернее. Так, куда идти, куда идти? Можно тут перепрыгнуть. Везде вот эти маленькие, везде маленькие. Маленькие странные человечки, тараканчики. Я их буду называть тараканчиками. Тараканчики! Лучше от вас буду держаться подальше. Так, ребята, я не понимаю, что делать. Мне кажется, что вот эту вот штуку надо отнести в компьютер. Так, где компьютер, где компьютер? Вот он, ну-ка. Нет, не проходит. Ну что же такое? Еще компьютер был. Может быть, другой компьютер. Вот этот писк вот этих тараканчиков мне не нравится.
Ребята, 3 минуты осталось. 3 минуты 45 секунд. Так, где компьютер? Еще один. Да, о, вот тут, смотрите, вставляем. О, ребята, опять этот звук, опять смотрите, я поняла, маленькие напали на второго участника. Ой-ой-ой, смотрите, что они с ним сделали. О, они его ликвидировали. И что, и что? Отстаньте от меня, отстаньте. Я что, одна осталась? Смотрите, их тут целая армия. Правда, как тараканы. Они пытаются меня достать. А как мне теперь убежать? Я не ожидала, что вот эти маленькие будут такими кровожадными. Наверное, теперь они будут ходить за мной по пятам, раз я осталась одна. А, мне кажется, я не спасусь, потому что я вообще не понимаю, что делать. Что мне делать? Смотрите, ребята, там канистра, которая мне нужна, но дверь закрыта. Дверь закрыта. Как ее открыть? 3 минуты. А, тут эти дети. Маленькие. Но это не дети, это просто монстры какие-то маленькие. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Что можно взять? Что можно открыть? Вот они, целая туча. А, ребята, смотрите, что они делают. Все, как их скинуть-то? Эй, ну-ка, отстаньте от меня, отстаньте, отстаньте, говорю. Ну-ка, вылазьте с меня. Они меня сожрали, представляете? Вот уж маленькие гаденыши. Ну все, я вернулась. Я решила второй раз попытаться пройти эту игру. Потому что сейчас я с ней уже немножко знакома. И, может быть, в этот раз у меня получится. Держите за меня кулачки. Так, ребята, я открываю двери. У меня тут парочка участников, которые бегают со мной. И вот эти малыши злобные. Но в этот раз я вам просто так не дамся. Так, где этот синий огнетушитель? Красная карточка. Сейчас я открою быстренько вот эту дверь. Видите, я уже не трачу время на то, чтобы найти, какую дверь открыть красной карточкой. Я нашла предохранитель. Сейчас тоже я его быстро поставлю. Так, где у нас вот? Оп, вставляем. Открывается у нас там что-то. А, вот этот люк. Берем синий огнетушитель. Но это не огнетушитель, это, наверное, все-таки синий огнемет. Потому что внутри огонь, газ. Вот, смотрите, вставляем, и там как-то газом открывается эта дверь. Ой, мы потеряли одного участника. Это плохо. Это плохо. Я нашла диск, жесткий диск, вставляю, и мне выдают код. Какой код? Код 0467. Ребята, запоминаем. 0467. Смотрите, они пришли сюда. Ах, вы гаденыши маленькие. Так, дверь закрываем, и нужно сделать так, чтобы они меня потеряли. Ой, они еще тут, смотрите, тут ловушка. Да, все сложнее и сложнее. Так, мне нужна канистра. Как же мне ее получить? Красная канистра. Давайте спустимся вниз. Ой, я слышу, где-то эти тараканы где-то рядом. Где-то они прям рядом тупают. Таракан, тараканы. Мне страшненько. Я больше не хочу, чтобы они на меня нападали. Ой, ловушка, ловушка, смотрите, тараканья ловушка. Обходим ее. Вот они тут бегают. Двери закрываем. Так. Тут у нас что? Что мы можем тут взять? Тут мы можем взять вот такую вот штуку. Которая будет нам помогать. Смотрите, я включаю свет, и тараканы разбегаются. Это защита от тараканов. Я нашла защиту от тараканов. Так, ребята, берем опять вот эту вот штуку, которая открывает двери. Вставляем. Выжигаем замок. Так. Дальше мы... Открыли все двери, и что у нас тут? Тут вводим код, ребята, 0467. 67, ура. И мы на какой-то машине перебираемся в новое помещение. Ой, смотрите, тут девочка, у нее канистра, ура, ура, мы нашли канистру. Побежали, побежали, я помогу тебе. Я покажу тебе, куда надо идти. Ну, может быть, она уже и сама знает, куда. Ой, она попала в ловушку, давай мне канистру давай. Ура, она смогла спастись, невероятно. Она смогла спастись. Давай, вот сюда, побежали. Давай, вот сюда нужно канистру. Да куда ты побежала, девочка? Да куда ты? Вот, нет, иди сюда, нет. Там выход, но нам пока туда рано. Вот, вставляй. Ну где же ты? Да говорю тебе, вот сюда канистру. Вот сюда. Давай же. Молодец. И теперь мы сможем выйти. Ребята, осталось 4 минуты, но мы выбрались. Ура! Ура, в этот раз мы спаслись. Если сейчас ничего такого не случится, то я улетаю на вертолете и... Ой, кто-то один участник... Не добежал до выхода. Ты выжил! Ура! Ребята, мы выжили на данный момент. Это что значит, что будет продолжение? Но я вам хочу показать эту игру немножко с другой стороны. Смотрите внимательно, что сейчас будет. Забегает маленький. Осматривает нас. Осматривает комнату. А потом... Он хватает меня! И утаскивает! Меня, ребята, бабушку Шушу! Утащили маленькие. И знаете что? Случилось вот это. Я стала маленькой.
Да причем не одна, а меня стало много. Смотрите, как много бабушки Шошо. Бабушка Шошо превратилась в тараканчиков Шошо. И все, в этот раз я атакую всех игроков. Я превратилась в злобную Пигги. Так, минус один участник. Смотрите, они никак не могут спастись от меня. Вот такая я злобная малявка. Злобная малявка. Ой, это так странно, когда меня так много. Как будто бы я действительно таракан. Таракан. Так, о, ребята, тут еще один участник. Сейчас мы его тоже сожрем. Маленькие кровожадные тараканы. Так, минус еще один участник. Кто кого победит? Бабушка, таракан или участники? Так, где остальные? Еще осталось два участника. Я поставила вот здесь ловушку. Ловушку. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ой, мне так не нравится этот писк, но я от него не могу избавиться, потому что я этим писком теперь являюсь. Так, армия моя, тараканья. Тараканы Шошо, вперед за мной. Очень странное чувство, очень. Когда везде бегаешь, маленькая ты. Так, здесь ловушку поставим. Так, где же вы спрятались, участники? Где же вы? Вот один убегает от нас. Ну, от нас не убежишь. Мы тебя видим. Ну, что ты не убегаешь-то? Зря ты не убегал. Он, наверное, думал, что мы его не тронем. А там вон еще один бегает. Ой, еще два. Еще два участника. Мы переключились с одного на другого. Так, и остался, наверное, всего лишь один участник. Эй, где ты? Никто не убежит. Мы маленькие злые тараканы. Так. Где может прятаться этот игрок? Эй, идите сюда. Где вы? Где вы спрятались? Ну же, ну же. Открывайте дверь. Нет, дверь закрыта. Двери мы открывать сами не можем. Нам нужны участники. Но зато мы можем лазить по лестницам. Так, где участники? Где участники? Может быть, мы всех уже сожрали? Непонятно. Но я думаю, что если бы участников не осталось, то игра бы закончилась. Но раз игра не закончилась, значит, кто-то где-то есть. Но вот где? И кто? Пока большой вопрос. Я уже все обошла. Так, я думаю, это участники, а это я. Я. Вот я увидела кого-то, я увидела. Вон там один крылатый участник. Иди к нам. Ну все, попался. Попался, который кусался. От нас избавиться, наверное, никак нельзя. Если мы атакуем, то мы атакуем. Все, ребята. Игра закончилась, бабушка-таракан победила. Вот такая вот финалочка. Честно вам скажу, что тараканом быть мне совсем не понравилось. Напоминаю, что игра называется «Маленький», ссылка на нее будет в описании под видео. Не забудьте поставить бабушке Шошо много-много жирненьких лайков и подписывайтесь на канал, если вдруг вы не подписаны, чтобы первыми, самыми первыми узнавать о новых играх.